Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 6 апреля 2017 года. Я иду по улице Крымской. Сейчас прохожу мимо сквера возле 5-й школы. Ну, я всегда это место снимаю как эталон. Ну, я вижу березки. Березки сейчас только распускаются. Еще совсем нежная листва. Катальпа, каштаны еще спят. На каштанах только-только еще почки выпускаются. Тополя еще не собираются, только выпустили свои сережки. Церсис или багряник, вот сейчас у меня прямо в кадре, тоже еще ему далеко до цветения. День сегодня замечательный, теплый. С утра было где-то градусов, наверное, 15. Вот, ну, иногда ветерок налетает, а в основном, конечно, можно даже уже совсем по-летнему одеваться. И вот клены. Клены тоже еще совсем нежные. Сейчас эти листики даже трудно узнать, кленовые, они только еще проклюнулись, и такое вот цветение, ну тоже совсем неприметное, зеленое такое цветочное. Ну, иду мимо школы, Маша у меня сейчас уже здесь на занятиях сидит, вот как раз прохожу мимо класса, где она учится. Зеленые шторы. И если бы не моя работа, которая мне предстоит сегодня, а я, ну, как известно, занимаюсь газетой «Эврика», и нужно сейчас доклад составлять. Поэтому я, наверное, сегодня никуда уже не вырвусь. Мимо остановки сейчас прохожу. И вот сейчас я показываю маклюру. Это еще одно дерево такое. Тоже маклюра еще и не думает листья выпускать. Ну вот. Что еще? Тополя. Тополя тоже скоро зазеленеют. Уже налет такой зелени появился на них. Ну и сейчас я прохожу место, которое Маша у меня называет волшебным лесом.
Форзиция цветет, хотя уже у нее листочки тоже зеленые появляются, но еще много цвета. Вот кто-то кормушку сделал. Пока мы с Машей говорили, а вот кормушку кто-то пристроил на дереве. Может быть, даже это кормушка для белочки. Вот. Кстати, я сейчас иду по новой дорожке, по плитке. Тут, кстати, она и была неплохая. Вот, но приехали рабочие, значит, и полностью поменяли плитку, но они ее переуложили. Вот. Вот даже остались поддоны, где плитка лежала. Поддон, где цемент замешивали. И вот лежит здесь вот совершенно спокойно цемент. Никто его не трогает. Это тоже реалии Анапы. Когда, ну, никому не нужен цемент. И приедут и заберут рабочие сами же. Вот, ну вот так вот. Что-то наговорил, не связанное. Так, а вот сирень. Сирень тоже приготовилась уже цвести. В Забайкалье у нас в июне сирень цветет, а здесь велосипедисты едут. Вот такая погода сегодня в Анапе, 6 апреля, тепло, на море, наверное, сейчас вообще красота. Ну, в другой раз, наверное, на море побываю. Пиончик. Ой, какой же это пион? Это, наверное, эти тюльпаны. Ну, нарциссы я уже выучил. Что это нарциссы?